матч. Vortex spread out. Моя чаша полна. Kinetics formed. Блин. Что бывает такое, ребята часто пишут с разных гильдий, но ники называть не буду. Спрашивают о прогрессе. Допустим, просто пишут, что теперь, ребят, там кого убили? Я говорю, вот того-то, того-то. Не знаю, может, они на сайте не видят, может, просто побазарить хотят. Ну, то есть все на самом деле по-хорошему. Вот с кем я переписываюсь с других гильдий? Типа, я не беру жомов, у нас там был с этим конфликт с хантом. Так все по-хорошему пишут. Типа, о, молодцы. Когда про фазы ковыряли. Может, ищут просто лучший вариант. У них нету прогресса в гильдии. Нет, вот в том-то и дело, что мы все плюс-минус там идем. Идите келли добивайте. И пойдем с левой стороны, вот сейчас для келисет умирают. Для тех, чтобы справа, право-лево все знают, да? Метку поставили на всякий случай. Это пусть на подъем, блин, к отель. На тебя еще метку. Охуеть. Видели, куда ты бежишь. А че? А, мне сферы, сука, сорвали, пока я пиздел, да? Заебись. Я стаунтил под баб. Че говорила про танка? Да интересно. Зубы не давачу. Я его хилила, он в пенансе умер, чтоб ты понимал. Да сферы все сорвали, 54 капли летели. Зинка, потом второй. Нахуй спулили, блядь, и никто не танчит, козлы. Козлы, блядь. Сот нахуй. Меня сап, меня сап. Странно, что ты не успел в медведя прыгнуть. Да я не думал, я дубовку прожал, думал, блядь, выживу. Юля зубы даст, она это жало. Тучи всегда Юля виновата. Вот всегда, да, вот что бы ни случилось. Она зубы только для себя оставляет. Нет, зря вы так. Я, кстати, чей сегодня тебе зубы уж не с чей сколь раз кидала в том же ТТГ. Бля, я синхер, там, блядь, лицо отрывал. Ну, когда он танчил, действительно. Нет, сегодня в 25-ке я ему закинула зубки. Это танка. Белые? Мой танк так выживет. Белые? Спасибо. На тебе 20 колды. Ай. Ой, да, где? Все, изи бабки, хорош. За каждые зубы можно по двадцаточке? Блять, да ребят, встаньте вы, блять, в кучу, нахуй. Ну это пиздец, блять. Вот эти тактики прыгают, это залупа вообще, по-моему. Так, пока эта хуйня бьется вся. Да ну нахуй, чё за хуйня? Я зацеплюсь, понял, на 30 блядь. Сек отойду. Получается, один вагон. Люля отошла, зубы не дала, блядь. Не, не, да, суки соебали своими зубами. Столько зубов нет, сколько вы просите. Не Юля, а Люля его. Люля, да. Кисти распыл, кольцо распыл и еще. Я отойду, потом 30 кейша. Вот эта хуйня тоже распыл. Блять, я мертвый, такой... я не могу перекладывать. А, вот резну. Ты бы уже такой ДЦ собрался, бля. Нахуй хантом пошел. Я тебе говорил, хуйню класс создал. Надо было, блять, хила и танк создавать. Не, бля, ну у меня есть хулипал ДЦ, нахуй. Да какой, блять, хулипал? Ршаму создавай. О, да. Тут Володя на эрхе перешел? Не. Он того и ждет, поди, да? Конечно. Только ради этого.
Славян, сгоняй меня за пивком, что-то мне плохо. Скажешь? Что мне сегодня, блядь, раза 4, наверное, подходили, просили пиво купить. Кто? Кольники, блядь. А, сегодня же это первое. Так сегодня вообще запрет, не? На продажу алкоголя? Нет. Не знаю, как у, блядь, ну... Так он же не в России живет, у них там нет... Это в России, наверное, у вас, но у нас... Да, нет. Ну, я знаю, что в области что-то у нас там запреты какие-то есть, но в Минске конкретно... Знаешь, что у нас в Краснодарском крае есть? Типа, после 10, кому нет 18, нельзя гулять. Да? Да, я не знал. Есть такой, только в Краснодарском крае. Так, я тоже в Краснодарском крае. Ну ты, да. Я не знаю, что ты не знаешь этого. Ну, тут все гуляют, всем похер. Люли нету. Урчелов дома. Со мной тут паровоз. Да пофиг, бегай. Там паровоз, до кого? Сдохнем, вайпнемся. Ты чё, это ДЦ? Не только ДЦ. Не, боссом тут он. Была бы дырка открыта, да? Скинуть бы их тут. Ладно, поводишь её себя, если что, там лужи с ней. Понесешь. Ты отпиваться будешь или нет? На тебя рыбу. Я не помню. Спасибо, Адель. Давай счет. Глеба, скинь триксы по Адель на счет. Ру только проносить. Куси мили как кого-нибудь. Дальше РДД плюс. Владык ужас. Войда. 15-200, 16-200 дал, да? Хочу почувствовать свою мощь. Дальше владыку кусишь. Первые взлетки я даю, Дим, на ХП. Второй скажу. Второй не будет. Второй не будет. Похуй. Там ДПС, посмотри, сколько уже, 50%. Это колба зарешала. Вот где ты там? А, ребят, у меня игра зависла. Кто хилим? Ты ж бы немецкая. Ну, прости, не хильте, матч. Раньше уберите. Укус раздайте. Вот, хиль меня. Под босса все убежали. Все под босса беги. Да, и всех выйдет. Или выйти. Геру, давайте бить. Укусы не проебить, поразнять, 2 секунды.
Заебал, очевидно. Хуй-то. Чё, опять не выпал? Один осколок зарейд. Так еще три босса, блядь. О, даже если там упадут 4, это пизда мало. Верь в лучшее. Так, блядь, открывай сразу и багруха меня. Сюда, блядь. Ага. Юля, квест. Ебать, две багрухи, нахуй. Ебать, нахуй. О, блядь, страхолит, нахуй. Щит кому-то надо? Офспек 25 гривен. Ой, ебать, позитрон на тебя бис упал, нахуй. Шо, ооо, сюда, давай сюда. Щит. Ты ж нужна голда, блядь, тебе любого мужика по 3 голды, давай. У меня, блядь, 600 голды в сумке, нахуй. Так, я не могу быть в гэма гильдии 600 голды в сумке, блядь, еще гэма мне. Ладно, со всех чаров у меня наберется 1020. Вот эти без пиздежа, без ничего, блядь. Ну, как есть. А он тебе реально нужен, этот дурнак? Блядь, у меня синий. Не, он мне не нужен. Он мне не нужен, ну, типа я его переодену. Я соберу голмаки и переодену. Лучше продай. Блядь, ладно, сейчас. Ну зачем, если его переоденут? Я надеюсь, что из двух токенов один будет на хам Я отойду на минутку. Не, РСК будет, Кирюх? Он говорил, что без него РСК будет. Сегодня? Да. Ну что, там мои запы на сову, блядь. Да, РСК вам без меня схватит. Я буду исправить, ничего Блять, я вон в поле стойки, нахуй. Ну, чё мне гроб становится? Все это Юлька зуб не закинул. По-любому. Серега, ты заебал, да? Тебя плохо слышно. Ты видал, что тебе холсайт на сайте ответил? Теме это нашей? Гильдийской? Нет. Что там за музыка играет? Жили пчелки играют, но в конце не выходит. Нихуя, смотрите, я 19к даю на трэше, нахуй. Юля, ты пчелок уважаешь? Очень. А кто пчелок уважает, как там? К ним не пристает. Кто к ним пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Ну-ка, давайте на Вальке замер ДПС, а ну-ка. Песню, сука, наизусть выучила в ебаных, ну не в ебаных, ладно. В ебаным моделям санвалов. Я второй.
теперь ты понял, даже почему ты сказал, не понял. Каждый РТ въебывал этих пчелок в ОКХМ, когда мы траили. 10 часов. 4 часа РТ пчелки. На ларе мне жопа формировалась, нахуй. Не заходите, не заходите, не поднимайтесь, не поднимайтесь, уйди. Для кого? Это я пошел. Я просто встал на лестнице. Да я не смотрю, кто какой ник, просто смотрю, тело бежит. Я чуть ДПС не проебал, я на втором месте, смотрите, 22к. Хоть тебя есть. Если бы сейчас повиновение, блядь. На первом месте есть еще ШМ, челик. Я, короче, перспективный пацан, да? Ну, он-то без печати, он с нормальной печатью. А ты есть печать повиновения. Ну, я 3 моба бил, блядь, все-таки. Надо же повиновение включать, когда 3 моба. Просто накрутил и все. Да ничего не накрутил, блядь. Это колба. Лифт аспект не села на это. Через краба похилить. Люксор сказали, люксор. Да-да-да, я слышу, я спеклю. Да я Реслина отвечаю. Все, ты спекнулся, шмот одел, мана тебе не нужна, там отрегенишь, поехали. Склево потанчишь, хилит. Ну, стаки тебе отхилят. Краб в центре, если уж оставить, что из него хилить. Блять. Да, вы вдвоем летаете. Я вам метки поставил, на ауру коня не забудь. Сус, усиление магии. Давай. Ну, мне потом, да. Ладно. Как тебя зовут? Меня Славик. И тебя. А кого? Асуса. Иван, Ваня. Ваня, как мило. Как Каноба зовут. Охуеть, я первый раз такую реакцию на имя. Сука. Не получилось. Бля, вот бы меня Ваня выебал. И такую тоже. Павел, ты где там? Но краба уважают. Того он не жалит клешнями. Скипну. Сука, не получается заявить. И загружечка хилей пока. Сейчас свичнусь. Дис. Нет. 5 порталов вместе зайдет. Я бы на твоем месте еще к нему ебался бы, а то ревновать начнут. А какой хпал был на x2, который вальп хил, блядь? Юля, а что ты скипнул эту? Это же я там песню. А, извини, я думал там пчелки. Не, там послушать что-то захотел. Пал что был на x2 разве? Да, ну, блядь, мы играли на x2, у нас пал был, который, блядь, он охуенный, он, блядь, там... Палочка, мы втроем же хилили. Я, палка и ритм ходили, и камыч еще был. Там, блядь, просто нахуй, только бой начался, уже захилил. Соло хилила. А тут вечно стаки проебаны, чё-то, блядь, полчаса бегает. Это палка, но его нет больше. Да. А он, блядь, старый бы, нахуй, еврей, блядь, в вордлук уже, нахуй, захилил бы, блядь. Болит нам на броне, типа, ща прожмёмся нам. Типа, из одного человека такая атмосфера гибла взята, да? Ну да, из-за него там прям вообще весело было каждый раз. Ну как, блядь, всем весело было, кроме Рида, блядь, в принципе. Ну да. Ты тот, который Рида троллил? Да. Душил его, блядь, он не троллил. Не троллил, там просто душил каждый раз. И не хватает боди, кто помнит боди?
Мелкого, что ли? Да. Которого Рид душил, в свою очередь. Suppressors spawned. А он всех мелких душил. Вот те, кто маленький, он всех душил. Прям вообще душил. Блять, плотик ищет спину на червя. А шо себе вот эту синюю хуйню встань? Давай я хуй знает, как кто Серега хватает. Манабернит там. Гимн хп дать. Я хуй знает, Серега, как терпения хватает играть на коте, блядь. И спину постоянно искать. Сейчас же боссы, блядь, сейчас ты грула нахуй в хэме, в рожу бьешь, и это спина, блядь, на Сингре тоже сделали, на этом, на профи тоже сделали. А, да? Просто стало, да. Ну, только парирование от сделал? Автоатаки. Не знаю, там кто-то ныл на форуме. В общем, замутили такую тему, короче. Вот я сейчас, ты профа отворачиваешь, колбы ставить, я его в лицо бью полоснуть нахуй. А, да. Так, блядь, тогда шедешники имба получается. Да, тоже, шедешники тоже, да. Ну а так, привычка, хули, там, да хули я, блядь, я вон рогу качаю, у меня 40-й левел рога, нахуй, ебать уже. Зачем, это Сережа? Это последний класс, на который, а не, еще хант, не играл. Бля, не делай ханта, это пиздец. А вы че, ебанутый, все, блядь, умираете, нахуй, блядь. Штаны надо, кому надо? Ну рога, блядь, ну типа, все то же самое, что и на фералы будешь собирать, в принципе. Да понятно, понятно, ну, блядь, ну хули, я Дима накачнул, покайфовал одной РТ, потом думаю, ну и параша, блядь. Так же и с магом. Эту комнату, ты зря это говоришь, дождись Т5, он там в Т5 прикольный достаточно. Понятно. Серега, качай рогу, не слушай, будем 2С покорять. Рогу? Конечно. Демон. Ну, лог. Че, заходим? Да. Эту комнату скипнуть можно. Я не умею. Но правда минус, если телепорта не будет ничего. А, так нахуй надо тогда. Ебать, он еще залагал, пиздец. Ты, Серега, как горишь от желания в ПВП? Зажег тебе искру. Сережа. Двадцать шмоток распылили на текущий момент. Это весело или быстро? Чегось? Это весело или грустно? А, спаси, я, сука, нихуя не слышу. Это весело или грустно? А, пчелки хорошо? Играют. Я не знаю. Бьеба что-то врубала. Да я другое врубала, там пчелы эти ебаны опять сыграли. Включите окуленка, которую рули фиксиков. Черный бегуди, мальчишник. Нет, ты позик откисаешь. Офицеры. 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 Сейчас я вам подрублю. Охуеть. Офицеры. Включите окуленок, друг. Нет. Не долбиться в задницу. Да какой не... нахуй клир, я там 10 песен нахуярил. Ёбаный рот. Короче, следующего РТ точно права отберем. Заебали. Слишком дохуя. Шо, даже не хочу ничего скипать. Блять, короче, клир. Кто, не схуяри, там 10 песен нахуй. Ой, бля. И эту хуйню тоже скипните, бля. При тебе, угу. Девочка, прости. Не, это тильт, пиздец. Вот это нормальная хуйня. Песню Каноба включить.
На улице. Какая снежок, морозит, жмет. Славяна, там высоцкого. Кстати, вы сегодня в ТТГ десятки ходили, чем испадал, интересно? Вообще? На Эрдру шмотка и на Асус забрал на кастера запы с этим, хитовые с критом. А, ну хоть что-то ходит к скритом, блядь, я бы тоже и не отказался. И с Тирвей забрал шмотку на Эрдру хорошую. И позик вот. Ничего не забрал. Бутылку пива для себя, для дамы шоколад. Вот я хотела сейчас орнуть шансончик подрубить. До центра а, части. А, вот эти довезет. Наручи. Нихуя себе, так они вообще охуенно эти наручи. Что-то там от самоложением, да? Выпал. Ну, так они кроме того, что по статам вообще заебись, так еще и чарка. Ну прям вообще честно. Да только аэродруиды цей падает, шмот, это пиздец. Ну да, на аэродруиды я уже много видел. У нас массе одеты уже там, на массе чарок. Не, я и на ДК видел чарки, и на Вара видел чарки, и на Пала видел чарки. Вот, на Сову видел чарки. Я вот, сука, не видел. Ни разу видел тут, а, на Ханта тоже видел. Не видел только на Мага, Лока. И, по-моему, на остальных всех видел. Мак Лока. Ты чё, на Мага же падал у меня. Кринж. А, точно, значит только на Лока не видел, получается. Которая почти 0 ДПС отдала. Остальные я все видел. Чарки падали. Да. Я на Лока на ШПшку один раз только падал. Ну так там, кстати, вторая же такая же. Тоже юзал с хуйня. Там пишут уже на форуме, что для Мага помойка полная чарки эти, блять, прям вообще нахуй. Да. Не, ни одной чарки нет, вообще заебись. Феникс, ты сам пойдешь в десятку? Ну да, не мешало бы, ну, типа. Провагонный ДЦшник. Блять, последний раз. Фоточки. Пиздец, вы, блять. Своди Блэкич, там уже, блять, сорвалось. Разлей лужу, Фелиция. А, блять, у меня есть баунт КД. Оху, вардалак вызываем, но. Во время коста живем, хилимся, да. Да если б не мой гнев небес, вы бы уже сдохли. Да это единственное, что ты со своим FPS смог нажать. Кто опоздал, наверное? Лучше верить в лучшее, чем в худшее, правильно? Так все правильно, это high skill. Это когда ты читаешь игру, понял? Уже знаешь, что будет наперед. Депки раньше отдаешь, убегаешь раньше. А что это за хуйня? А, знаешь, еще есть такая хуйня, совинное чутье называется. Когда еще в воздухе летит гнев, и ты уже знаешь, что там прокнет звездное вот это лунное затмение, блядь. И уже начинаешь кастовать звездный огонь, блядь. И оно да, прокает. Ой, это лагает, или он только у меня сейчас лагает? А, ясно, это у меня, значит. Да нам завезут. Завезут морфы, обещали же. Давно обещали. Дель, ты же скидывал новость. Я там. Шморфы-то можно завести? Ну помнишь, кто? Ты же скидывал морфы вот эти, которые как на фее есть, допустим, в лану превращаться. Вот эту хуйню. Сказали, игрушки завезут, а не морфы. Ну, какие? Так игрушки и дают какие-то морфы. Далеко не все. Многие. Да. Так они ж есть эти, на ТТГ продаются. За репутацию раз продаются. Я видела, нет, типа я хочу четкие. И все крутые лану и так далее. Кожаные игрушки. Ну да. Ладно, поехали. КД. У нас босс после нее запустит сразу. Сразу бьем босса? Да. А, тогда позакидывайте иннеры, потом мне друиды. Попала регенти по ману в мелизоне. Сорты в хиле, да? Не, мы редки. Что вы долго как-то видите, прям очень. Ну, это никто не спекался. Колба не сработала, сука. Блин, так должно успевать. Чё, надо захиливаться?
Хилимся, живем. Беба, я тебя 8500 хильнул, видел? Вижу. Что-то КД не сбросил, кстати, скиллов. Уже убрали это. Хуета. Отменили эту хуйню. А, да. О, уже расстелил заранее. Метки выносим сейчас красивенько. В рядочек. Перезагрузочка, Блэки, Фелиция, Беба, Королева. Джо. Фелиция, правее стань. Ну, в центр, блядь. Она похуй, в центр падает. Время скринов. По центральной стопните, слева падает. По левой дальней самой бейте. По левой ближней стопните. Слева близко падает. Все, хорош, склепы бить. Хватит. Стопнули. Последнюю бомбу ждем. И разбили все равно. Ебланы, блядь. Убежали. Уайт? Чё? А, Фридом? Из плеча. Ебать. Мне тут другой макрос. На панели, блядь, нету, да? Нет, он этот, который в РС-ке цель-цели. Если перекину. Никит правый. Слева панель. ДД, крайняя, самая левая, никто не бьет. Так, дал. Ближняя правая, ближняя левая. Слева панель. И последняя, справа близко. Разбились фаза. Там 4 хила освобожден, посмотрите аккуратно. Милики не спакте брожение в печеньку первого, да. Это клет печенье. Что вы там тут скрытитесь, блядь? Больно. Разберись клетку быстрее, оба. Следующий тоже печеньку, да. Печенька. Это скрытитесь оттуда, не разбивайте склеп. Блядь, сейчас же 5 его заморозит. Ой, блядь, разбейте, блядь. Сука, чуть не умер, пока, блядь, смотрел. Стопните по склепу, не разбивайте. Разбили, где бы центр печеньку. Это след печеньки. А мне прожраться нечем, блядь. Зубы есть, капля, что-нибудь? Вовнет. Ладно, зелёнка. А зачем Геру дали? Я тебе каплю закинул. Владыка в крест.
Чисто от капли сейчас не знаю. Че вы там, блядь, все морозитесь? Вы заебали, вы че там, блядь, не видите метки? Где нахуй, куда выносят люди или что, блядь? Заебали, три склепа нахуй и три лишних человека заморозил. Стерва в центр, скинули стаки. Ремафните шармены. Да вы гоните? Клоуны нахуй. Колдплей, блядь, ты там отойти не можешь или что, блядь? В чем проблема? Фелицию прохилите, там ремонт нужен, блядь. Убегай быстрее, сейчас дыхание будет, Фелиц. Уходи, 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 только через центр, тюрьба. Разбейте склеп, Суксора. И он по притяжке. Следующий в печеньку притяжку должен. Стерву прохил. В печеньку феник. Дал из баунт. У вас играть для посторонних. О, нихуя. Сейчас, блядь, Фелиция забрал, короче, босса. Она прервала как раз дыхание, но в итоге потом все равно докастовала. Притом без каста. Какой-то визуальный баг. Прикольный. Один осколок зарай, короче, понял, спасибо. Хуя тебе, бафа. Сейчас леча будет. Ну не ноль, Адель. А, нолик, не портуйтесь нахуй. Сейчас гайд будет, как Варик пробегает нахуй. Ты сейчас пулите, Варик, алло. Это X-Temp, он стримы смотрит, Войда, ебать, и подумает, блядь, что я Адель, ебать, сходил нахуй 2 КД подряд. Надо ему на этом КД. На прошлом КД мне 3 осколка дал, спасибо. Валька, вот смотрите, гайд показываю, стоп, всем стоять, не бежать. Вот сейчас она обратно побежит, ну сука, ну сказано же не бежать, блядь, она летит обратно. Вы что, сука? Румынские разведчики, блядь. Все, бежим, уебываем. Сейчас та ускорится, уже теперь бежим. Потратили тапки в пустоту, блядь. Все, гайд, блядь. 500 голды с каждого. Вот, мне кажется, ты всему рейду должен покасать. Феникс, на колду хотя бы арбалет, блядь, заебал. Феникс, пекайся в ДНР. Кому надо кольцо? Кого? Арбалет? Арбалет. Взломан, сходи, бивнило выбежь. И тринкет с ласта, да? Кольцо не надо никому? Алло, эрдруха, прист. Именно так. И зов еще. На вов там не надо никому? Кто там, бля, Бебба, Мася? Где вы там, бля? А, я понял, на РСП. Оба стелси. Должны уже были прибежать. Да я песни включал. Ща приду. Да сука подвисает. Суман прими, я запускаю. Рыба там стоит. Неужели прибыли наконец? Хваленые силы света. Глупый молодой домили. Мать, если что, в бездну прыгай. Я тут прочитал. На X2, блядь, котам нахуй PS-ку кидают. Зачем? Ну, Юля, что думаешь? Серьезно? Ради Т5, а оно работает? Угу. Это пиздец. Это баг, это надо зарепортить. Вообще, на Афей кидают Эмиликом тоже, PI. Холич, как дела, ты тут? Да, да, да. Холич. Олечка, я здесь. Как у тебя там дела? Нафармил хоть что-то? 360 душ. Ты 10 кем хочешь? Неплохо. Встаньте все вообще. Блять, подлагало, сука, вначале. Заебись, шорт там остановился.
Бля, чума перекинулась на кого-то вурдалака, блять. Давай вурдалаков к нему. Нормально, успел перекинуть. Кота он когда чуть ли не много, блять, не смогу забрать. Милик, отойди сейчас бахнет. Не спал? Угу. Ты, Лешка, пойдешь бить? А, он бьет. Хильте его. Тупой, хильте, Адель. Смотри, Кирилл, сейчас будет нашли. Блять. Роман, короче. Перезагрузочка. Ну. Сложно, блядь. Юля. А? Блядь. Тебя сокращает. Груз. Не, да? Нет. Рецепт его потом дайте. Где он? Да я что-то там песню что слышу. Да, тут. Не, ну это точно кик. Ну окей. Блять, я далеко стоял. Просто. Да, я тоже отошел. Это не кик. Там ДКш какой-то кикнул, либо Никита, либо Литва. Это Никита, помню. Сейчас посмотрим. Да, Никита. Блин, Никита потный, ох. Замедляйте, валик, чему они так быстро летят, блядь? Тотем нахуй, ков земли, блядь. Этот, осквернение разошлись. Блядь, спейси, молодец, да. Да не надо бегать, РД, по моему кругу разошлись. Вон. Полумесяц. Вот вам метки ставлю. Печенька, крест и тирин. По малому кругу разошлись. Где мы? По валькам сыграли. По трусикам РДД все сыграть. Ромбик замедлить. Милики по печеньке рамбу играть. Сейчас сквернение будет, можете не забегаться. Сквернение разбежали. Сука, за спину все встали. Скоро переход. А, блядь, сейчас паза будет, ебаный в рот, чуть не проебал вспышку. На край. Хильте меня. Засейвишь Адель? Мимо. Да. Визик. Засейвил. Да. А следующий. Тоже. Понял. Видишь, не доверяет тебе. А он первый кикнул, кстати. Адель, видишь, зря ты ему не доверяешь. Да. Феры добейте. Геру дайте. Бля, ну про хильте, бля, сейчас сдохну. Так больно.
Я сам ловлю дымашки. Оскорнение только разлейте деньги. Блять, Фелиция нахуй. Назад не включу сталь. Блять, духи сейчас по ебанскому лице. Чернение ставки. Блять, вы заебали нахуй. Войд, блять, Фелиция нахуй. У меня точка Д. Да я закрою похуй, не знаю. Я тебе каплю, да? Зубы. Ебать, она там засейвила. Еще под баблом. Брат, вопросите. Подхилил массу. Стойте, добивайте, никто никуда не убегает. Стойте, добивайте, еще раз бью. Я в лужу зайду. Все, не хочу. А, блядь. Нихуя. Смотри, смотри, нихуя. Вон, видели, жатва душ, эффект лечения, общая, Void 4К, это я в конце Масю захилил, видели, да? Падает лук и клятва падает. Да. Да. Два кинжала на рогу падают. Да. Фалик и... Трешкова. Два Тиренаса. Нет. Митриус и Крис. Митриус и Фалик. Два Тиренаса. Ну, ладно, Прилив и Тиренас. Прилив и Тиренас. Прилив Войда. Какой Тиренас? Тиренас. Тиренас. Два Глора? Да, РСК. Да, идёте в РСК. И пошёл нам сам. Мы вайпались или нет? Я не помню. Нет. Какие вайпы? Мы не знаем. Полтора часа закрыли, мы нигде не вайпались. Адель, сколько скоков? Один. Ебать. Да. Ты же еще один. Угу. Лучше в прошлый раз две Глоры упало. Да, да. Сюда. Че за хуйня, сука? Я сколок, кто, блядь? Пизду нахуй. Туда, один. Нет, че, нет, сколько? Один сколько? Охуеть. Я в ахуе. Все, летите в РС-ку, короче. ЕП-шку вам дал. Надеюсь, вы там справитесь. Этот... Кому клятва нужна? Ханту. Так, шмот я весь раздал. Все. А там, по-моему, этот щука хотел сюда. Ну, по приоритету или по рогу? Ну, блядь. Ну, по приору, конечно. Ну, типа... Щука обмен. Щука, конечно. Ну, а кинжал, я думаю, распал. А у тебя Столгорода нет, что ли? Чё, так же 50 гп сличает у хуйню, или как? Одинаковые почти. Ушёл? Там же такая же падает с этого, блядь. С... Я на распыл их, блядь, с ТТГ-25. Этот, клятву, так же 50 гп или чего? Чего не падал, прям. Слышишь, Кирилл? Так, ну чё, всем удачи, до завтра. Пока. Приём. Ладно, пусть. Давай, ГМ, пока. Пусть будет 50 гп тогда. Щука, обмен, блядь, где ты? Алло, вы лагаете, что ли? Не успел. Кто у нас роли теперь? Савчик. Я лагаю, походу. Так кто? Войд. А Войд, это который Славчик? Все зависли, блядь. Это тот пол с колбой, который? Это тот пал 15-200? С колбой 16 будет. Короче, они туда улетели. Присуманьте, пожалуйста.